Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим 8-минутный ряд упражнений на пресс, которые помогут прокачать его максимально. Поехали! Каждое упражнение в этом сете делается по 45 секунд. Всего упражнений 11, и эти упражнения нужно делать каждый день, и вы получите через месяц офигительный результат. Итак, первое упражнение – это скручивание. Ставим таймер 45 секунд и погнали! Делаем эти упражнения размеренно, не быстро, можно даже медленно, прорабатываем, чувствуем мышцу, потому что нам на протяжении 8 минут придется делать упражнения. Не торопимся, экономим энергию. Так как я уже 3 года не качал пресс, у меня пресс уже отваливается. Как я 8 минут продержусь, не знаю. Он горит. 45 секунд. Я это буду делать, конечно, с перерывами, потому что мне надо вам рассказывать задание и ставить таймер. Вы делаете это без перерывов, постоянно. Следующее упражнение – это нужно локтем касаться левого колена. Если мы правым локтем, то левого. Если левым локтем, то правого колена. Сначала одним локтем одного колена. 45 секунд. Вперед! Самое важное в этом упражнении – чувствовать ваш пресс. Он начинает гореть уже через минуту. Теперь следующая сторона, также погнали. Если вам сложно делать без передышки, то можно отдыхать, естественно. Отдых 10 секунд между упражнениями вполне достаточно. Так как я уже давно пресс не качал, у меня он горит, кисет. Уже дико горит. Это только третье упражнение. О, это жесть. Следующее упражнение. Ноги согнуты в 90 градусов. И мы касаемся щиколоток. Вот так. Погнали. Я быстро делаю, вы медленно должны делать. Ох, это жесть. Следующее упражнение, нам нужно подтягивать колени к груди вот таким вот образом. Но, естественно, мы тоже поднимаемся и вот так делаем. 45 секунд, погнали. Руки лежат на полу.
Можно, конечно, делать вот так. Вот так сложнее будет. Когда вы... Вот таким вот образом. Тяните голову еще к коленям. Но если вам сложно, то делаем таким вот образом. Просто тянем колени к груди. Следующее упражнение. Ноги кладем вот таким вот образом, на бок. И вот этим, вот этим локтем тянемся к этому колену, к левому. Это прорабатывает нашу косую мышцу. Вперед. Теперь другую сторону также, этим локтем к этому колену. Погнали. Это упражнение очень хорошо качает, кстати, межреберные мышцы. Вот тут. Кто-то из вас спрашивал, как накачать эти мышцы. Вот это упражнение отлично их качает. Следующее упражнение. Ноги согнуты в коленях. Ставим руки вот так, ложим. И значит, делаем вот такие упражнения. Тянемся между ног. Погнали. Can't you see that I just need to be by myself? I have told you many times now. But somewhere I go and hide, looking for a new start. Суть этих упражнений в том, что вы должны делать их все без перерыва. Естественно, можно делать медленно. Теперь такое упражнение, кладем руки вот так прямо, и нам нужно ноги будет поднимать вместе с тазом вверх, вот таким вот образом. Погнали. Пресс уже дико забился, сложно. Следующее упражнение. Руки за голову и по очереди тянем к коленям. Вперед.
И последнее упражнение. Кладем пальцы на пресс и делаем скручивание. Мы должны будем чувствовать максимально наши мышцы. Для этого мы должны прощупывать их пальцами, чтобы они максимально напрягались. Как я устал. Погнали, последний подход. Не расслабляем пресс. Постоянно держим долбанная адская кухня, друзья. У меня пресс так горит, вы себе не представляете. Прикладываю руку, блин, рука нагревается моментально. Короче, напомню, что эти упражнения нужно в общей сумме делать 8 минут. Всего 11 упражнений, каждое упражнение делается по 45 секунд. И делаются они без перерыва. Но если вы очень устаете, то можно, конечно, с перерывами. Там 5-10 секунд перерыва. Тогда будет отлично. Все, друзья, если вы будете это делать упражнение каждый день, вы просто, ваш успех гарантирован, отвечаю, 100%. За месяц-два вы будете в отличной форме и накачаете пресс. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, покажите видео своим друзьям. Пока!